Хочу обратиться к тем людям, которые поставили смайлики над под тем видео, которое показывали, как звонили телефоны мертвых людей. Там была одна женщина, явно бабушка. Явно бабушка. Я видела ее тело обожженное, обугленное, еще красного цвета. И я не поняла, где был торс, были ноги оголенные. Вы представьте, что эта бабушка лежит, оголенная от огня, и ее все видят. Ее оголенные ноги, и они красного цвета. Представьте, как горит ваша бабушка. И что все люди видят ее, оголенную после огня, ее колени, ее ступни. А верха даже нет. Точнее, есть, наверное, немножко пройти. Там будет такое же месиво из бабушки сверху. Очень смешно. Вот если вы в этот момент смеялись, вы, наверное, поняли, что вас сделали не папа с мамой, а черти –